мордовскую, саранскую пятерочку. Мы сейчас поедем в магазин автозвука Константину в гости, в бас-шоп. Город небольшой, но здесь решили провести несколько этапов чемпионата мира по футболу. И давайте сейчас маленько посмотрим, какие вещи у ребят есть. Вот Кость покажет нам свою машину, да? Мы снимем обзор сейчас, 11-й. В Саратов мы едем, встретимся с ребятами из Russian Bus. Будет обзор крутых автомобилей. И у нас еще есть Паша задача искупаться. Реально, как московский Арбат. Ну, реально, офигенно здоровая улица. И вот эта Волга. И здесь так классно, друзья. Искупаться, как мы купаемся обычно? Просто забегаем и ныряем. Вот. Ребята, приветик, мордовскую, саранскую пятерочку. Мы сейчас находимся в Саранске. Вчера вечером приехали в Саранск. Вот мы здесь находимся в парк-отеле. Соответственно, это парк-отель, центральное место, тут в центр. Мы смотрели достопримечательности, нам сказал гид, что ну, надо смотреть все здесь. Вот небольшая речка, Саранка, да? Слушайте, тут, короче, классно, то есть спокойно, народу нету никого. Классная набережная, такая небольшая, но очень милая, приятная, лавочки, фонтанчики. Вот, и мы сейчас прогуляемся, посмотрим, в принципе, что здесь есть. Что интересно, город 350 тысяч человек. Мы сейчас поедем в магазин автозвука Константину в гости, вот, в бас-шоп. А здесь мы сейчас прогуляемся с вами и немного посмотрим окрестности центра, окрестности Саранска. Саранск – это ну, достаточно классный город. Простой, но очень-очень такой уютный. Поехали. Ребят, ну что, мы отошли немного от отеля, вот здесь речка протекает, здесь мост, и вот такой подъем, очень красивый, каскадный, маленькие фонтанчики, все так мило сделано, смотри, Паш, справа фонтанчики, вообще кайф, такая прям великолепная, блин, прогулочная улица, тут огромная улица, мост, ни к машине не ездят, просто ходишь и гуляешь, офигенно. Пойдемте дальше, вон там как раз мы видим, да, как раз видим арену. Смотрите, получается, в Саранске 350 тысяч жителей, город небольшой, но здесь решили провести несколько этапов чемпионата мира по футболу, да? Смысл какой, что, видимо, нужно было поддержать небольшие города, потому что не во всех городах-миллионниках проводили мероприятия, но в Саранске сделали арену, хотя город небольшой, реально это, наверное, дало какой-то рост городской среде, потому что здесь ну, достаточно красиво, простенько, но красиво. Ребята, ну что, мы находимся возле Мордовии арены. Это офигенная футбольная площадка. Ну и, возможно, какие-то еще мероприятия здесь проводят. Сейчас мы вам ее покажем вблизи, как она выглядит. То есть вот, ну туда мы дальше не пойдем, там все закрыто. И смотрите, какое пространство. Это одна, там две дальше, смотри. Там, мне кажется, 3-4 парковки. Какие огромные парковки. Просто очень круто брать и проводить здесь соревки, да? Договариваться, приезжать и просто проводить тусовки в Саранске. Мы с Костей об этом сегодня побеседуем. Так что вот, погнали смотреть арену. Ребят, ну что, еще одна из саранских достопримечательностей – это магазин «Бас-шоп». С 18 года здесь у Кости магазин. Сейчас мы пройдем в магаз и посмотрим его, посмотрим, что ребята предлагают, почему они лучше многих в этом городе. Погнали! It's been too long.
Ребят, привет! Ну, мы в магазине находимся внутри. Давайте сейчас маленько посмотрим, какие вещи у ребят есть. Вот так выглядит стенд для проводов. Вообще идеально, в принципе. Интересно, да? Мне очень понравились, Паша, вот короба. Кто вам делает короба? Skills? Да. Skills, ребята, с Краснодара вроде, да? Или откуда? С Ростова. С Ростова. С Ростова, да. Вот ребята делают такие короба. То есть, когда они предлагали, было совершенно другой у них вид. Но здесь так и есть. Вот у нас здесь диванчик для отдыха. Здесь такие вот подиумы. Мы попытались сейчас их разобрать, друзья. Давайте, кстати, посмотрим. То есть, многие из вас, возможно, хотели бы в подиумы такой фактуры. Костя, ну расскажи, как вот они реально вытаскиваются, я не пойму. Попробуем. А, ну мы сейчас сможем, да. Да, я думаю, вдвоем сможем точно. То есть, эта штука, она ни на чем не крепится. За счет карпета, за счет вот этого всего, она зафиксирована скобами, притянута железка. Ну и цена вопроса, ребят, 3000 рублей всего. То есть, вот есть потай под динамики и под пищалки. В принципе, прикольно. То есть, вы вырезаете места. 3000 рублей стоит данный подиум. Кто хотел, желал, можно, в принципе, поискать, поищите, закажите. Вот так сетка ставится, и, в принципе, все. Но цена 3000 рублей будет оригинально, стильно, возможно, интереснее, чем где-то, но, с другой стороны, вы сетку свою туда не поставите, фирменную от динамиков, например. Но зато можно закрыть все, что вы купили там за 1000 рублей. Ну, кстати, да, без сеток динамики и сетки докупать не надо, тратить деньги. Ну, в каждом экономическая ситуация в городе разная, но тут Саранск, 350 тысяч человек, скажу вам, достаточно богатый же город у вас или нет? Нет, наоборот, да? Наоборот, с конца. То есть, богатый с конца. Ну, не знаю, к чемпионату тут у вас поднастроили, город красивый. Денег вложили, да? Понравилось, понравился город вообще. Вот были такие карты, мы сейчас, кстати, ребят, Кость, покажешь нам свою машину, да? Мы снимем обзор сейчас, 11-й. Там у тебя сколько сабов? Мало. Сколько? 6. 6. СТ-шек. СТ-шек. Т-шек? Т-15. 6 Т-шек, 15-х, отлично. Там фронт, по-моему. Отлично. Но это мы вам попозже подробнее расскажем. Ну вот здесь такая выставка, магазин небольшого формата. В принципе, у нас даже, мне кажется, меньше, да? Но такой приятный, чистый магазин, стильный выглядит. И сейчас покажу вам, как в Саранске слушают 25-ки. Не как у нас в стенде, а если хочешь 25-ку прослушать, то вот это получится сделать именно здесь, вот так. Вот. Вот такой прикольный. Давай, ну да, стенд у вас. То есть, так же, как у всех ребят, мы, скорее всего, сюда зашлем своего товарища из Саранска, который захочет прослушать все магнитолы и с каждым динамиком, чтобы он на день менеджера занял, чтобы менеджер кайфовал, и потом скажет, я подумаю, и уйдет. Хочешь так сделать? Закажет у нас на сайте. А? Да, закажет у нас на сайте. Костик, Костя шарит, да, где надо заказывать. Все правильно. Вот сверху динамики, это как вы соберете тыл, как они будут глушить вас. Это капец. Вообще. Ну что, то есть, реально человек слышит... Мне вот эти больше понравились. Да. Ему в глаза не играют, что ли? То есть он глазами услышал такой, понравилось. Нет, больше. Нет, ушами услышит. А что, что? Классный, классный стенд. Нет, Кость, не надо, слушать мы не будем. То есть тут, в принципе, понятно, что любую магнитолу можно врубить, да. И с ней любые динамики. Да. То есть у вас через усилители, соответственно, все это дело, да? Да. И смотрите, как прикольно. Со светодиодной подсветочкой такой, как демонстрационный короб с оргстеклом. Вот эти вещи надо почаще делать, это, мне кажется, интересно. То есть какие у вас, Кость, фишки вообще есть? Расскажи, что фишечного? Вот эти, кстати, РБФ, ты выложил, что они есть. Ты давно их заказывал? Сейчас их нет у них, я не могу заказать. Нет, я заказывал по предзаказу. А, просто их нету, я сейчас я заказываю. Я не первый дилер, поэтому мы стараемся все брать из первых партий. Слушай, продукция классная. Продукция классная. Мы сейчас как раз сегодня поедем в Саратов, встретимся с ребятами. И... А? С Димой? С Димой, да. Мы как бы и РБР будем у себя проводить 7 августа в Челябинске. Вот и как бы встретимся, потому что мы начали с ними работать, но у них ничего нету пока. То есть я вот эти вот заказал, продал, эти у меня в наличии, я продаю. СТ-шки мне очень нравятся. Потом, которые самые простенькие за 3000 рублей обычно. 165-й, да? Да, да, да. 165-й и ништяк, а 20-х я даже пока еще не видел, потому что они нам, ну, их не прислали, их не было. 20-х нету, да. Да. Вот, ну и драйвера, соответственно, все в наличии. И маленькие новые 26-й ты еще не получал? 86-й, белый. Как же есть, да. Они же, вот они. А, ну вот внизу, да. Да, тоже... здесь же и черный, 160. А, ну вот, кстати, да. И гибриды у нас еще есть, кстати. Продукция, да, неплохая. 16-е, 20-е, 20-ки гибриды, по-моему, тоже есть. Отлично. Ну, короче, ребята маленько и развиваются, вот, немного, но нет, у них... осталось немного. Ну, у них эксклюзивный продукт интересный. Не похожий на другие, в принципе, прикольно. Да, да, да. Мониторы, магнитолы, ну вот так, ребят, то есть башоп. Так что, кто в Саранске будет в гостях, загоняйте Костику, прям пообщайтесь с ними за автозвук. Посмотрите машину. У тебя стоит всегда здесь тачка? Она всегда на установке стоит. Не, а ты ее можешь показать, если что, ребятам? Конечно. А? Все приезжают и смотрят. И слушают, смотрят. Да. Ну, мы это попозже обзор снимем. Ну, все, ребят, что? Саранск. У нас офигенный город. Есть Саранск-арена, есть бас-шоп Саранский. Поэтому загоняйте, а мы погнали дальше.
Саранске. Сейчас мы пулей едем в Саратов. Вот до Саратова от Саранска 350 километров. Вот, мы проехали 250, осталось 100 до Саратова. Вот дорога отличная. А в Саратов мы едем, встретимся с ребятами из Russian Bus. То есть мы начали заниматься этой продукцией недавно. Ребята интересные, делают вещи, которых нет ни у кого, своеобразные. Вот что-то придумывают сами, это круто. Пообщаемся с ними, посмотрим магазины автозвука, у них как раз и спросим информацию, кого можно действительно посетить, у кого можно что посмотреть. Ну и возможно они нам покажут какой-нибудь свой проект, автомобиль какой-нибудь на продукции Russian Bus, на этой акустике. И мы возможно тоже это все увидим и снимем для вас крутые видосики. Друзья, привет! Мы находимся с вами в Саратове. И сейчас мы постараемся показать вам немного город. Вот, соответственно, это у нас уже пятый или шестой город нашего путешествия. Вот мы сейчас идем по улице, прогулочной улице города Саратова и идем в сторону набережной. То есть у нас задача посмотреть какие-то достопримечательности, посмотреть магазин автозвука, магазин «Фаворит», мы там зайдем. И у нас будет очень крутой обзор. Как раз мы в этом ролике вставим ссылку, да, на тот, допустим, обзор. Будет обзор крутых автомобилей. Вот. Со звуком, который мы вам тоже постараемся показать. Теперь мы прогуляемся по улице, и у нас еще есть Паша задача искупаться в Волге, но говорят, что мы моржи, ну, возможно, да, возможно, нет, посмотрим, посмотрим. Хочется, ну вот, погнали, будем смотреть Саратов. Друзья, ну что, мы пошли прогуляться по прогулочной улице Саратова и забрели в такое офигенное местечко. С улицы через арку заходишь, попадаешь вот в такое пространство. Представляете, это пространство, будет здесь всякие бары, кафешечки, ресторанчики. Ну просто кайф. Я прям зашел и думаю, я надо здесь потусовать. Вот. То есть лаунж, территория такая, отдыха для жителей Саратова. Это очень круто, друзья. Смотрите, как все здесь классно. Что, друзья, нельзя не выпить здесь капучино в этом классном месте. Вообще, надо зависнуть до вечера, я бы ходил на вечеринку. Может, не поедем в Самару, а на вечеринку просто сходим. Тут реально пятница будет круто сегодня. Вот, блин, огонь вообще. Ладно, сейчас дальше мы еще искупаться должны. Все, пьем кофе и дальше. Дальше идем по прогулочной улице, она тут офигеть как большая. Вчера нам кто сказал, в отеле, да, мужчина сказал, говорит, реально как Московский Арбат. Ну, реально офигенно здоровая улица, на ней есть все, это очень прикольно. Она такая приятная, большая, машин здесь нету, очень круто. Поэтому идем дальше в сторону набережной, а потом будет куб-куб. Друзья, привет! Ну, мы находимся на Волге-матушке в Саратове. Блин, офигенно вообще. То есть вот тут мы сейчас прогулялись по классной улице. Тут из достопримечательностей есть прогулочная улица, как Арбат. И вот эта Волга. И здесь так классно, друзья. То есть мы были в Нижнем Новгороде на Волге. Там вообще не поняли Волгу реально. Она какая-то грязная была, да? А здесь просто капец. Это реально широченная река. Тут как будто, знаете, это часть города. Вот город на Волге. Он здесь и есть. И так вот стоишь здесь и кайфуешь. Реально круто. Вот мы сейчас гуляем, смотрим. Пахнет водоемом. Причем пахнет приятно очень. Вот тут такой, посмотрите, вот сейчас Паша покажет вам. Старинные такие поручни. Им лет 50, если не более уже. Вот. И вот она такая тянется, набережная далеко. Она здесь не новая, не современная. Возможно, где-то она будет, но она прикольная. Тут вот можно подойти вот так к реке. И смотрите, здесь вот эти вот упоры, здесь прям сюда-сюда подходят, вот шины, колеса здесь находятся. То есть это причал, реально причал, сюда подходит и, возможно, или что-то делают, или ночуют, или возят людей по огромной красивой Волге. Это очень круто.
ребята, Волга, матушка ждет нас. Купаться надо. Купаться как мы купаемся обычно? Просто забегаем и ныряем, вот и все. Я так же думаю. Погодка, огонь. Стой, смотри, чё. Вот на самом деле, нет, холодно. А что у меня ноги обжигают? Арахис превратился. Там орешки, да, арахис отлично. Не, на самом деле, нет, вот сейчас стоишь нормально. Да. Классная вода, да? Ну, просто вообще охлаждает. Так что, друзья, мы в Волге искупались. О, кайф. Сейчас Паша пойдет купаться. Давай, Паша, другого варианта нет. Я искупался, он говорит, типа, вода, давай заныривай по-бырому. Беги заныривай, что ты? Давай. У нас или делаешь, или не делаешь. Других вариантов нет. Классно же? Ну? Холодно. В Волге ни разу еще не купался. Все, видишь. Нравится? Да. Ты заметил, как сносит? Ну, прикольно. Да. Друзья, привет! Самарскую пятерочку. Мы находимся сегодня в Самаре. Ребята, ну что, мы на набережной в городе Самара. Это река Волга. Наше автопутешествие продолжается. Вот и автокасты сейчас находится в Самаре. Мы заехали в гости в магазин Loud Sound. Но мы, смотрите, ребят, как делаем. Мы заходим в магазин. Если парни прикольные и как бы, ну, есть о чем поговорить, мы снимаем. Если мы заходим там тухляк, то мы, конечно, не снимаем.